по-моему. Так, и что здесь тупик? А я не могу, эти сообщения, которые пары ходят постоянно. Впереди требуется удар, там, впереди требуется нихера, вы видели? Перекат и прочее. И впереди лжец. Ха. Опачки. Это можно было просто на крышу зайти. На крышу я и так планирую зайти. Я еще похожу по крышам. Ни одно сообщение, мы сюда первые пришли. Вспышка молнии. А, это чтобы назад уехать, я понял, для чего это. Вспышка молнии. Этот пепел войны делает оружие громовым, дарует так. Вспышка молнии. Техника золотых рыцарей, служивших Годвину. Примените низкую стойку, обратите молнии, обратитесь молнии, летите вперед с бешеной скоростью. Это как у... А, нет, это что-то другое. Может быть, какой-то рывок вперед? А я не могу, типа, подойти? Могу. Ой, низковато ли? Не, нормально. Без урона. Сюда я хочу еще. Здесь уже нет заездов никаких, да? Лесенка вниз. Предмет какой-то. Меч в каменных ножнах. Ага. В каменных ножнах. Ну-ка, блин. Это меч. Действительно меч. Подтверждаю. А меч, который намертво застрял в ножнах из-за потрескавшегося камня. Последняя давно исчезнувшей цивилизации, которая, как говорят, служила для ритуальных целей на алтарях света и тьмы. Расплата. Он... А, и он тоже особенный. Блин, когда я слышу в каких-то каменных ножнах... Ладно, это ножны, это не камень. Вот в Bloodborne, я помню, был прикольный меч, который можно было засовывать там куда-то в камень. И он становился полумолотом, да? Ну, вот что-то такое. Нет, не заслон, у него расплата была. Что-то скукотище, если честно, не меч. А зачем он нужен? У него вообще ничего интересного нет. У него самый стандартный мувсет. Самых стандартных мечей. И пепел войны у него, который можно на любую пушку повесить. И так. То есть, который бесплатно есть, да? Серьезно? А зачем? Что это за говно? То есть у него ни скейлов, ни хуейлов, ничего нет. То есть это самый обычный меч. Чё? Зачем? Нахера? Еще и выглядит по-уродски. А? А нахера? Это еще в секретку положили. Говномеч в секретке, понимаю. А, ладно. То есть, ладно, то, что этот меч, в принципе, сам по себе существует, уже какое-то недоразумение. То, что его еще в секретке существует. Нихера вопрос. Вопрос какие-то. Ну, что это я понимаю, пушка, да? И меч вот этот, вот он сможет так же? Вообще, наверное, сможет. Как бы щит больше делает, чем меч. То есть тут просто эта штука урона умеет наносить. Тебе преимущество. Так, а мы, наверное, сейчас вернемся как раз в тот подвал, да? Или что это место? А, нет, я понял, куда мы вернулись. Окей. Так, а нам тогда... Мы можем прямо еще здесь пройти, а можем туда зайти. Но, наверное, вниз пока не хочу идти, потому что, возможно, мы и так вниз не можем попасть. Эх, успел. Тут тоже? Тут тоже. Провалится ли что? Предмет валяется, то есть мы тут не были точно. Просто похоже, как будто бы это та самая область, в которой мы уже были. Это она, Лола, предмет какого хрена тут валяется? Мы же тут были, не? Это другой лифт. Не, ну у нас уже была, были как бы катакомбы, которые пытались нас запутать, как будто бы мы ходим по кругу. И, конечно, ничего не получилось, но они пытались. Неожиданное сообщение. Здесь кальмарики, ну. А-а-а, реально пытаются запутать? Мы рычаг еще не дернули. Или тут открыто? А, тут открыто. Ладно.
рычаги дергать. Отказались от этой механики дергания рычагов, да? Чё, топоры? Погнали, топоры, пофиг. Они, конечно, слабенькие, но что поделать. Хочу топоры. Кто там? А, нет. Можно молнии поменьше? Рыцарь смерти. У нас святым бить, да? А мне нет с собой святого. У него тоже топоры? В смысле? Он че... Ты чё, охерел? А, погодите, я забыл, как топорами драться. Я что-то привык к этой пушечке. Так, надо драться топорами. Уже немедленные. Какие же они отстойны, эти ваши топоры? What? Что было? Нате нахер. А станчик будет? Что нет стана, да? А где стан? Алло, эта штука раньше станила очень сильно. Перестала? Понерфили? Грабнул. Ну не убивай хотя бы. Ага, на фул отхилился. Понимаю, бля, я сейчас святой демош достану, чел. У меня как бы есть святой демош. Что ты думаешь, самый умный, да? Мы пошли вниз, а можно еще наверх попробовать пойти? Да, можно наверх еще пойти. Сначала туда, потому что там враг. Сволочь. На тебе нахер. Отпили меня. Пушечку не дропнул. Так, и дам еще проход. Так, что-то вообще немного. Действуй. Права. Угу. Эх. Успел. Маг еще один. Давайте с мага начнем. Возможно, ловушка, но пофиг. Блин, не достал. Обидно. Бэкстеп тогда. Отличный бэкстеп. Ладно, тут больше никого не было. Можно было не волноваться. Это тоже маг? А, это тот самый, видимо, который на мостике стоял. Надо было добивание сделать. Но я не был готов, потому что он упадет. Да, но... Вообще похоже. А это просто назад вернуться? А, нет, вот лестницы вижу. Что-то красненьким светится. Ага. 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 Ага, это как раз тот самый верх, про который я думал. Так, тут обычные челы. Попают. Блин, а можете как-то одновременно бить, что ли, не знаю. Я не знаю, как их раскаять своей штукой. Видимо, прыгать надо. А где удар? Спрыгнуть я прыгнул, больше ничего не сделал. Что, блин, с персонажем? А ты что мне сделаешь? А, пробьешь мне блок, понял. Ты умно придумал. А если я тебя пробью блок? Блин, на двоих хотел так же сделать, там было что-то рискованно. Мне кажется, я не успел бы. Это секрет. Так, а мы можем тогда наверх этой штуки, наверное, подняться. А. И имеет смысл, кстати. А, видели, видели окошечко? Ну-ка еще раз. А, блин, окошечко там. Стенка, блин, помешала окошечко посмотреть. Короче, видно, там есть эта зона. Слышал, слышал тебя, чел, справа. Бля, чел, а дай щит. Я знаю, какой щит я хочу. Вот этот хочу. У меня уже его пушка есть, хочу теперь его щит. Что он как-то меня эффективнее пробил. О, идет, идет второй. Здесь я его с на удара сбил, да? Я тоже так умею, что ты думаешь, самый умный?
Он не попал по мне, серьезно. Я уже нажал. Зараза. Нет. Я не понял, чем меня ударяет, собирается. Промазал по мне атакой до этого. Че-то нет, не найс. Херня какая-то получилась. Так, чел, сейчас достану пушку. Да в смысле ты так просто умеешь? Почему я так просто не умею дамажить? Так, все, ты мне надоел. У меня это с длинным плытом. Пронзающий. Опа, а что с щитом? А не работает твой щит, да? Давай, ставь щит. Давай, давай, давай. И чё, и чё, и чё? И где твой щит? Всем охренели своими щитами. Так. Легендарка это лежит, да? Угу. Кажется, знаю, что там за проход. Да, блин. А, может, за ней что-то есть? Ну за что игра? Ну что за издевательство? Вот легендарка. Ну ладно, блин, пещерка как бы. Вот в ней... А, опустите, погодите, а как? Опустите? Хочу наверх посмотреть. О, забралось. Уезжай, стой. Че, есть что-нибудь? Больше ничего нету. Что здесь вверху? Не, ничего нету. Во, да, это та самая кошечка, которую мы видели. Я так и подумал, что это вернуться назад. Так, слева, справа. Сверху? Что, никого? Не верю. Командир черных рыцарей Андерас. Ага. Прах. Горстка праха. Черные рыцари были основой войска Месмера, и главный предводитель Андерас обладал невероятной силой и мог повелевать свирепой мощью Горнила. Именно его дух заключен в этом прахе. Он оставался преданным Месмеру, когда тот сбежал из древа Эрд, но после взбунтовался против своего господина, узнав о его змеиной сущности. За это Месмер запер Андереса Андреаса подземной гробницы. Змеиная сущность. Ну да, у Месмера змеи какие-то были. Это было видно. Так, ну это все похоже на секреточки, да? Вернуться. А мы здесь и получим демаш? Вот бы нет. Если только... Ой, нихера, дайте вот такое копье. Мне какой-то реальный чушь, да. Он еще меня щит пробивает, что... Отдайте, я тоже так хочу прыгать. Головам челу. Почему мне такую штуку не дали? Какую-то херню дали. Ну да, мага здесь нет, это мы здесь... Как раз таки проходили, убили этого мага. Так, собственно, не налево. Вот здесь налево. А, и вот здесь вниз. Эта штука спустится. Мы куда? Вот сюда не ходили, по-моему. Погоди, погоди, в очередь, в очередь. Ой, а чем я задамажила, лол? Их чем-то тоже задамажила лестница какая-то. Как же чел не хватает тайной тропы. Прямо везде просто хотят ее найти. Прям возле каждой стены оставляют. Настолько прям всем хочется тайную тропу поискать. Прям руки чешутся. Только о них и думают. Так, чё, и чё мы сюда пришли? Фак. Зачем чел крадутся? Нет никого. Чё он крадется? А, это этого чела убить. Видимо, у него не упал вниз. И он вниз свалился, видимо, за мной пытался побежать, да? Успел? Не успел. Так, ну теперь надо до босса бежать. Вспомнить бы, как бежать. Я уже забыл. Маршрут.
А, мы нет, мы еще в одном месте не были. Нет, 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 нет. Мы еще вниз не спрыгивали. У нас еще проход вниз есть. Сволочь. Ну, у нас клин там стоит, так что нормально. What? Чё у меня... А, я в стенку, что ли, ударился или чё? Я раньше него намного нажал атаку. Чё это было? Или он на меня упал? А, он, наверное, на меня упал? Не, я не мог об стенку удариться. Мне не задевает стенку сзади. Он, наверное, на меня удал, упал и сбил мне каст. Не падает сюда, да? Там, по-моему, есть кольцо кошки. Без демажа сюда падать. Так, а где мы здесь погибли, уже забыл. А, где-то на слизняках, что ли. Я уже забыл. Оля, а, огненная пушка. Ну, у меня огненный топор есть, давайте огненный топор взять. Против этих. Нормально. Пойдет. Так, тут их больше было намного. Ауч. Нет, двое. Их вообще не станет, да? Так, лесенка. А вот здесь меня, наверное, убили. За место я не помню. А, меня, да, два мага меня поимели. Точно, я вспомнил. О, найс, подсосалась. Немного отхилились. Блять, я в невидимую стену врезался, нечестно. Что-то было. У меня стамина закончилась. Не понял, ладно, что произошло. Да, эта херня без огня не дамажится. О, что? Первое заклинание? Чего, блин? Ой, блин, тут их двое. Жесть. Первое заклинание в DLC. И что нам выпало? Электроразряд. Заряжает заклинателя молний. Серьезно? Можно нас не заряжать молний? Молитва столичного культа древних драконов. Как она сюда-то попала? Заряжает призывателя молнии. По окончании зарядки область несколько раз подвергается ударам электричества. Чего? А почему здесь мы? Накопление заряда увеличивает силу молитвы. Это одна из первых молитв, наделяющих тело с силой молнии. Сегодня между землями вряд ли сыщется тот, кто умеет ее использовать. Область несколько раз подвергается ударам. Чего? Блять, что с описанием? Ни одного описания не было, которое все нормально написано. Что не описание, что непонятно, что происходит с нами. Так, лесенка. Ну, лесенка, скорее всего, просто назад вернуться. Так, у нас там два еще. Надо этот затестить.
Спел Пепел войны, короче, который тоже электрический. Вот этот спел посмотреть. У нас на него веры хватает. У нас на него веры хватает. Так, естественно, скончился. Надо сейчас к боссу зайти, нафигить. Остановить Эстус. А куда мы поднялись? А, я понял, где мы. Да-да-да-да-да. Там все мертвые же у нас вроде как, да? Надо просто вернуться. Окей, пойдемте к боссу. Так, я забыл. Нам перебежать на ту сторону надо, да? Успею отсюда? Мне кажется, нет. Успел. Удивление. Я здесь не успею, потому что надо ждать, чтобы она сверху начала... Точнее, сначала, чтобы она наверх поднималась. Так, что, босс готов? У меня тут святая пушечка против тебя появилась, да? Сейчас мы тебя развалим на изи. С первого трая, без эсуса. Чем он там бил? Святым уроном или молниями? Молниями, по-моему. Вот. Видимо, пепел тот самый. Нет, по нему что-то дэмэдж особо. Удивление. Все штуки также дамажили предыдущие мои. Ну, хила нет, но есть вот эта штука. Она не станется нихера. Это херовый рыцарь смерти. Ну, дэмэдж. У него дебаф смерти, от смерти, ничего не забыли повесить, по-моему. Ну ладно, стамины нету. Блин, он ментально грабит, я понял. Ну, мы как бы хп себе постановили. О, мы ему сбили эту штуку. И что? Вот вы сбили. А, достал. Таргет слетит. А, нет, вот эта штука. А, что? Через сквозь стену у него не работает? Что-то такое. Я за стеночкой постою, но что-то, по-моему, не помогает постояние за стеночкой. Против этого помогает этого. А, тоже не помогает, серьезно? Что, блять, а почему они сквозь стены летают? Алло! Схерали! А можно стены будут физическими, а не иллюзорными? Что я через них что-то ходить не могу. Нет. Сука. У меня самим там закончился один момент. Перекатываться от каждой атаки ультра тяжело. Вот. Блин. Я не хочу фул стамин на нее тратить, на дольше всего. Это пиздец, ну просто он серия из миллиарда ударов. Я просто без стамина остаюсь, если он это не делает. Если третий, мне кажется, можно не уклоняться, даже если она будет, да. Я промазал, ну пиздец. Я мог уронить, мне кажется. Тут попал. Мне кажется, хотя бы я научился от этого отличать. От крутилки. Но тайм до сих пор не понимаю. Может быть, за него надо забегать. Надо попробовать за него сбегать. Ну, может, куда-то влево, вправо. Надо, короче, сейчас поэкспериментировать, мне кажется, с этой атакой. Отличный опенинг. Поддержать. О, не, я не могу. Тут просто минус вся стамина. Что мне делать? Так, плохо.
вправо. По потупу вправо лучше, да? А, мимо. А, блин. Попадать бы еще. Не вижу, что он делает. Короче, вправо надо, я понял. Не влево. У них нет привычки вправо кувыркаться. Я привык всегда влево, потому что у босса большинство пушков как бы, блядь, в правой руке. Не та атака. Короче, где-то первые три надо дожить, дальше можно пешком идти от них. Да, вот он эту штуку делает иногда. Сейчас пыльнет молнию. Не будет? Не хочет? Даже эта штука не попадает. Да, блин, я по ним не попадаю. Да, блин, попал. Можно заряженную сильную делать, мне кажется. Так, вот. Ну, почти. Это было близко. Было. О. Короче, да, вправо. И надо, наверное, сильные атаки по нему делать, а не эти пушки. О, найс, все, красиво, красиво. Получается, уже второй раз получилось. Здесь можно прыжочек. Типа три атаки доджим. Дальше, если закончил мувсет, то прыжочек, а если вот эту штуку, то вот так. Блин, не, все, раскушен, раскушен. Просто вправо надо было, не влево. Вообще идеальный мувсет, все. Все, максимально раскушен. Лол. Как лоха. Типа реально. О, топорик с него выпал. О, с ним, кстати, плюс 3 эта штука выпала на хп. Короче. Делает удары топорами всегда вправо доджем 3 раза. У него все атаки. Ну, если он крутилку двойную делает. Ну, обычную, не молнию, имею в виду. А двойную без третьей. То можно попробовать, наверное. Ну, вот он меня сейчас не сделал, поэтому я не могу точно сказать. Ну, короче, раз, два. Хотя, а почему я, кстати, ее не делал? Может, это то, что я вправо тоже кувыркался? Короче, крутилка вправо тоже доджится вполне спокойно. Два раза. Иногда он третью делает, иногда не делает. Ну, можно третью, да, тоже не дожить, можно за спину успеть зайти. Если делать что-то другое, просто три переката, смотрим на последнюю атаку. Если последняя атака двойной выпад, то есть два топора вот так вот в сторону, вперед она ударял, не знаю, как показать. А то... как бы прыгаем, либо сильную заряжаем. Но не уверен, можно ли успеть. Не успел проэкспериментировать в этом плане. Если он делает комбо, то после третьей идем за спину. Мы все. Он по нам не попадает. Изи. Ну, когда он бафается, это граб, который фул его хилит. Это надо таймить. Грозовые штуки тоже изи доджится. А от этой херни, получается, за спину он забегал. Вообще, легчайший босс. Окей, давайте посмотрим, что он нам дал. А, большой топорик, кстати, да? А, нет, такой же, обычный, маленький. Просто потому, что он в другом этом, а это просто место кончилось. И он в другом этом. На молнию. Ну, у меня, кстати, да, этот, на молнии стоял защита. А, нет, я его святым бил уроном, не молниевым. 16 веры, ага, ничего интересного. Золотые топоры, рыцари смерти, парное оружие, занимающее обе руки, медал заряженной молнии, стихийные столичные культы, стихии столичного культа древних драконов. Владелец этих топоров некогда служил личным стражем Годвина, а затем стал защитником оболочки принца смерти. Молния, парные топоры. Примите низкую стойку, обратитесь в молнии и летите вперед с бешеной скоростью. Сильная атака с разворота поражает противников молнией. А, опять долвилд. Блин, надоели долвилдные эти штуки, которые сами по себе долвилд. А ты хотя бы особенный? Хотя бы особенный, ладно. Опять медленные удары будут. Ну да, да. Но сильные ты хоть завезли или тоже бессильных? Да, тоже бессильных. Ну потому что нету у долвилда сильного мувсета, сильных атак.
А, кстати, цвет не тот выбран. Ну, смотри, тогда не на что. Раз все то же самое. Так, парные топоры, это что? А, это вот его рывок, да? Можно продолжить? Вау, красиво, кстати, можно продолжить. Легкая не может продолжить, только сильная. Чел, кстати, не так делал. То есть он тоже делал к нам рывок. Если нас попадал, то дамажил. Но еще он, если мы рядом, то делал двойной выпад. Почему вот мы такой выпад не умеем делать? Мы даже так не делаем. Какие отвратительные. Короче, доувил топоров ультра хуёвый. Прям вообще не нравится. Так, и талисманчик там выпал на плюс хп. Но это такой же, как у меня, только лучше. Да, то же самое, плюс-минус. Хотя нет, затвердевшая смола древерца с годами превращается в янтарь. То же самое, да, только просто перевод другой. То есть здесь твердая смола, а здесь затвердевшая. Вы высоко ценили во время год при первого прилетели Элдена. Такие медальоны выдавались лучшим золотым рыцарем из ближнего круга Годвина. 66, а ты 1595. 30 хп где-то, да? Больше дает. Ну, такое. Все получается здесь. Нам еще дали прах, давайте этот потестим, и заклинанием. В этом данже мы нашли. Так, заклинание и прах. Пепел войны. О, пепел войны, да, не прах. Так, на катану повесится? Повесится. Так, и заклинание это здесь. Что-то там громотвод какой-то. Вот это, да? Электроразряд. Почти. Так. Ну, топорик все равно побегаем, я думаю, с ним. С этой штукой я, наверное, бегать не хочу. Она слишком отстойная. Так, что это? Как у топора, но без каких-либо штук. А мы можем во время таргета, например, только вперед, да, всегда. Угу. Микродэмэш. И мы в щит попадаем. Вот это, наверное, был не в щит. Знаете, кого напоминает? Воин из World of Warcraft. Его рывок. Это чисто реально рывок воина. Блин, надеюсь, нету в комби покинуть тело там, да? Это просто рывок, да? Без покинуть тело. Или это оно? По-моему, это рывок покинуть тело, реально, комбинация. Спасибо, не надо. 117 тысяч душ, кстати. Так, сейчас спел тоже посмотрим, что он делает. Я не особо понял его описание. Угу. Вокруг нас типа молнии дамажит. И нас это не дамажит. Интересно. Достаточно долго действует, кстати. Я так понимаю, демажа там вообще нету. А, по 4, блядь. По 4. У меня там душ миллиард. 4, блядь, 4 урона, ё-моё. Ну, не знаю, щиты какие-нибудь в ПВП сбивать. От сосудов вот этих всяких, хз.